Добрый день, с вами компания «Профмонтаж», меня зовут Мороз Алексей. Суть нашего сегодняшнего репортажа – некачественная кровля, некачественный кровельный материал. У нас есть отдельная рубрика на нашем канале, куда мы помещаем то, что приходится видеть по долгу нашей работы. То есть некачественные материалы, некачественную кровлю. Вот очередной случай, проезжая мимо, так сказать, в районе Бронец по бетонке, мы наткнулись вот на такой участок, дом. Прошу оператора, Василий, возьми крупненько, а я расскажу. Вот за моей спиной, образец некачественной металлочерепицы, которая стоит, наверное, недорого, я так думаю. Вот. Хотя вот дом такой с претензией налицо, так сказать, три этажа. Хотя там я не вижу какой-то особой архитектурной мысли, значит, но в принципе дом не маленький. Такое впечатление, что у хозяина на кровле, что деньги закончились, я не пойму, и так далее. Специально делаем репортажи такого плана для наших подписчиков, чтобы, так сказать, получаете дополнительную информацию. Узнавайте о качестве своего кровельного материала. Хотя бы элементарно зайдите на наш сайт, на нашем канале. Мы рассказываем постоянно о покрытиях, о гарантии, допустим, любого кровельного материала. Или задавайте вопросы, дабы избежать вот таких случаев. Но все равно мы рассказываем в наших роликах о некачественном еще утеплении, о конденсате. Но каждый сезон работы меньше не становится. Она, вот скажи, Василий, да, работа есть и будет, то есть поэтому наши ролики направлены на то. Не повторяйте чужих ошибок. Здесь еще мы просто не видим, как она положена. Да, да. Помимо да. всего прочего. Но судя по тому, какой материал избрали компания строительная, я даже не уверен, правильно ли там она сделана вообще. Может ли это и строители строили, заказчик не имеет понятия. Ну, все возможно. Ну вот видите, то, что на сегодняшний день человеку явно надо будет перекрывать эту кровлю. Это двойные работы, двойные расходы, я бы сказал. Ну, что делать? Значит, я на этом прекращаю наш репортаж. До встречи. С вами был Мороз Алексей. Оператор Василий. Василий, с вами был ваш «Профмонтаж». Не забывайте подписываться и лайкать. До встречи!